Работа спасателя требует не только волевого характера и умения взять в нужное время ситуацию под контроль, но и основательной физической подготовки. Именно поэтому все пожарные как на подбор в хорошей спортивной форме. На областных соревнованиях спасатели продемонстрировали еще одно немаловажное умение в их экстремальной профессии – умение работать в команде. Всего в областных соревнованиях по волейболу приняли участие 6 пожарных дружин со всей Брещины. Волейбол мы проводим кустовым методом. Мы собираемся предварительно собираются по 6 команд в Бресте, в Пинске и в Барановичах. Съезжаются, играют первый тур. Из 6 команд, 2 команды победившие выходят в финальную стадию. Финальная стадия проходит у нас в Бресте традиционно. Вот на сегодняшний день 6 команд собрались и разыгрывают 1-6 места. Волейбол – игра, которая многим полюбилась еще со школьных лет. Среди участников соревнований нет профессиональных спортсменов, но это не мешает им играть мастерски. Уже давно не редкость практика, когда подразделения по чрезвычайным ситуациям соревнуются между собой. Сначала внутри своего района, а затем и в области. Кто-то проявляет себя в футболе, кто-то в баскетболе. Илья Гамалюк предпочитает волейбол. Свою команду он считает второй семьей и готов для нее на многое. По мнению Ильи, именно сплоченность – залог победы. Все друг друга поддерживают. В коллективе очень хорошая атмосфера такая. Все дружат, общаются хорошо. Вы часто в соревнованиях такие участвуете? Да, среди МЧС очень часто проводится. Не только по волейболу, по разным видам спорта, по пожарному спорту, футбол. Очень много видов спорта. Буквально каждый месяц Здесь к спорту относится очень хорошо. Надо быть немножко, стараться лучше молодых, тогда будет все хорошо. Я играю и так в районе у нас, там Санторий Бересте волейбол. Вообще так стараюсь. Здоровый образ жизни. Областные соревнования еще раз показали. Сотрудники МЧС – это не только спасатели, но и хорошие спортсмены, которые умеют работать в команде и твердо знают, что в коллективе важен каждый человек. Неважно, идет речь об игре или о ситуации, от которой зависит чья-то жизнь.